Привет. Сегодня 9 января. Вот опять нашел стайку. Расстояние 192 метра. Не знаю, видно или нет. Мне тут не видно, какой фокус. В общем, вот двух я вижу отчетливо. Но когда они перелетали, я видел там та же самая стайка из 11. Ну, я не успел посчитать, но, скорее всего, что та же самая. 11 голов. Вот, вчера, ой, точнее, 7 числа у меня был неудачный выстрел. Вот, сегодня посмотрим, как будет состояться охота. В общем, тоже сейчас нужно выбрать стратегию подхода, хотя бы еще метров на 70-80 сократить дистанцию. Вот, потому что опять ветерок дует. Не знаю, по траве вот видно, наверное, тоже 2-3 метра в секунду, боковой. Немножко под углом, где-то 45 градусов. Вот, в общем, и опять с мелкашечкой, естественно. Вот, поэтому нужно подбираться поближе. Так, вот такое расстояние. В общем, подобрался, насколько возможно. Почти на 140 метров, ну, 138 до ближайшего было. Но сидел он, короче, в чаще березок, за ветками, очень много веток. Вот. Вроде так смотришь, силуэт хороший, хорошо просматривается. В прицел смотришь, там просто плеть. Вот, стрелять не стал. Начал продумывать, как обойти, поменять ракурс. Ну, опять заметили, короче, слетели. В общем, ближе, чем вчера, ой, точнее, 7-го, на 111 метров. Не удается подойти. Вот. В общем, стая, видимо, пуганная, стрелянная. Как-то раньше даже прям над головой сидели. Вот, а сейчас что-то как-то прям срывается моментально. Чуть шорох, все. Вот, в общем, стражи у них работают хорошо. Я еще подхожу к тому месту, где сидели стерева. Не доходя метров, наверное, 30-40, из-за сосен выхожу, и лось срывается. Лежал здесь, отдыхал. Вот. Такой небольшой лосишка. Сигалетка. Вот. Заметался он по следам, видно. Короче, рванул сначала в одну сторону, потом влево, потом вправо, там затоптался. И, короче, влево как сиганул и пошел туда. Вот такой, ничего, красивый красавец. В общем, это радует. Зверь есть, птицы есть, все есть. Здесь вот уже рысь. А вот она прыгала здесь. Зайца гоняла. Зайца следов прям много. И она вот тут под деревьями. На дерево. Что-то тут скакала, непонятно. Вот, шла. Шла по лыжне. Ее след. Здесь спокойный след, а потом прыжки. Вот. В общем, еще и рыси тут. Раньше я здесь следов рыси не встречал. В другой стороне, километров 10 отсюда. Там, да, видел. А здесь не видел еще. Она здесь набегала. Что-то тут вот крутило, сейчас подойду. Прям вот много ее тут наметалось. Что-то туда-сюда.
здесь разворачивалась. Что-то она прям крутанулась, топталась. Хорошая такая. По следам видно, что здоровая, не маленькая. След такой крупный. Это этой ночью, потому что вчера вечером снег шел. Вот. Позавчера я здесь ходил. Следов здесь не было. Вот. В общем, интересно, откуда она здесь взялась. Поэтому зайца мало. Рысь появилась. Вот, наверное, и стая тоже тетеревов убавилась. То, что она тут орудует. Вот такие дела. Вон она тут набегала. Здоровенькая. Вон прям по зайцу прям видно, что работала. Прям такие капитальные следы. Прям петляла хорошо. Но заяц петлял, и она за ним металась. Вообще все избегано, просто все вытоптано. Долго она его гоняла здесь. Не знаю, наверное, видно, не видно. В общем, очень много следов. Очень. И туда прям уходит, туда, вдаль прям. Вон там тоже все избегано, здесь все избегано. Прям вообще вот туда-сюда. Видимо, зайчик ее погонял капитально. Все. Живая природа. Это радует. Когда много зверя. И звери, и птицы. В общем, и лиса тут бегает. Тоже прям свежак следы. Я там вечерами у себя на лабазе сижу, ее жду, приваду сделал. Она здесь тетеревов гоняет. Ну, у меня уже все. Сегодня это последний мой выход в этом сезоне. Потом опять командировки. Приеду, уже сезон будет закрыт. В общем, как всегда, у меня только новогодние праздники, все. Ну, не только осень еще. Осенью в Архангельск ездим на охоту. В Архангельскую область. Ну, это так, чисто дружеской компанией. Отдохнуть, рябчиков пострелять. Вот. Дичатинки поесть. Пловчик из рябчиков, очень вкусный, из глухариков. Вот. А здесь так по тетеревишкам дали изгоняем, чтоб не выедали тетерева до глухаря, до зайчиков. Вот опять тут вот следы рыси. Вон она, как тут прыгала. Бегала. Тоже все избегала. Я говорю, тут что-то. Что-то она распоясалась тут, эта рысь. Краснокнижное животное. Ладно, пусть гоняет природа. Куда деваться? Зайцу жалко, мало. Еще она питается зайчатинкой. Ну вот это охота крайняя у меня в этом сезоне. Последний денек. 9 число, 9
января 2022 года. Сегодня уезжаю в город. Потом работа. Потом командировка. И вернусь с командировки уже, когда здесь сезон охоты уже закончится. Где-то в начале марта. На весеннюю охоту я не хожу. Не мое это. Вот. Так, всего 3 раза за сезон получается попасть на охоту. Это сентябрь, где-то середина, конец сентября, с друзьями ездим в Архангельскую область, на озера, там места красивые. Вот. Медведя посмотреть. Рябчиков пострелять для пловчика вечером. Пловчик приготовить. Глухарь. Ну так, чисто. Для того, чтобы там было что покушать приятного от дикой природы. Вот. Потом в октябре где-то, октябрь-ноябрь, получается, выбраться начало, где-то, нет, конец октября, начало ноября, первые числа ноября, и вот потом Новый год, новогодние праздники, и все, дальше работа сейчас. Командировка. Вернусь к командировке уже в начале марта. Сезон уже охоты будет закрыт. В общем, вот так. Этот год у меня, конечно, в этой местности по охоте неудачный. Ну, это для меня. Для тетеревов даже очень живут, размножаются, все живы, здоровы. Ну, а я так, значит, с комиссией проверил, пересчитал. Есть. Все хорошо. Выживут, размножаются. Конечно, петушков много. Подрядить бы немножко надо было косачей-то. Человек вот в этой стайке 11 из 11 штук, 8 косачей и 3 тетерочки. Вот курочки, и видно, что молодые, видимо, тоже повыбивали, не знаю. Ну, в общем, пусть живут, размножаются. А так. В общем. В общем, что хочу сказать. Главное не добыча. Главное процесс. Процесс мне очень нравится. Во-первых, это хорошая физическая зарядка. Природа. Свежий воздух. Какой-никакой опыт. Да и вообще все здорово. Вот. Так что извините за безрезультативный контент. Не знаю, может быть, кому-то и не интересно такое видео. Но я больше снимаю как бы для себя, для истории, для тех, кто любит, уважает природу, для тех, кто понимает, что не добыча главное в охоте, а именно сам процесс,
неважно, один ты охотишься или в компании друзей. Главное — процесс общения, общение с друзьями, общение с природой. Вот это главное. И вообще то, что насыщаешься видами, потом приятные воспоминания. А видео — это так, для подкрепления своего сознания, для памяти. Посмотреть, вспомнить. Вот. Ну и с друзьями поделиться. В общем, такие дела. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо большое. Всем удачной охоты. Всем приятного отдыха на охоте. Да, самое главное — берегите природу. Не бросайте мусор, не мусорите. Ну, раз в лес придешь, посмотришь, думаешь, какие же свиньи бывают люди. Элементарно, какие-то пакеты, бутылки пластиковые не могут с собой взять и где-то выбросить мусорный бак. Просто свалка. Устраивают свалки в лесу. Жесть. Вот, так что берегите природу. Всем удачи. Всем пока.